Опасная находка времен Великой Отечественной войны. Во Фрунзенском районе при земельных работах найден снаряд. Прибывшие на место взрывотехники установили, что это 82-миллиметровая мина без хвостовой части и взрывателя 1940 года производства со следами сильной коррозии. Снаряд поместили в спецконтейнер и вывезли на полигон, где и ликвидировали. По сигналу выехали на место происшествия, идентифицировали взрывоопасный предмет, как минометную мину со снаряжением без хвостовика. Мина была вывезена на войсковое стрельбище, где в специально отведенном месте уничтожена накладным зарядом. При осмотре места подрыва взрывоопасных предметов и опасных осколков не обнаружено.